любопытно, что Анкара с этой недели как раз приостановила полеты своей авиации в небе Сирии. Те, что проводились в рамках кампании против боевиков ИГИЛ во главе с США. А президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в интервью телеканалу CNN, что видит в размещении российских комплексов «Триумф» в Сирии угрозу для Турции. Естественно, это будет расцениваться как агрессия против нашего суверенитета и как посягательство на законное право нашего государства защитить себя. Вот после таких заявлений в Кремле предложили для начала квалифицировать действия Анкары в отношении Су-24. К тому же зенитно-ракетную систему «Триумф» развернули не на территории Турции, а в Сирии. И с Дамаском этот вопрос согласован. И все же, почему Анкара так трепетно относится к тому, что происходит в Сирии, то есть в другом государстве? Почему она считает эту страну зоной своих интересов? Ведь не случайно тело российского пилота доставили именно в турецкий город. Так кто же это сделал? И кто его убил? Наш корреспондент Ирина Кузьминская постаралась узнать все детали. Горы и ущелья, покрытые кустарником, дают летчикам шанс укрыться и дождаться подмоги. Плюс на тросе под парашютом контейнер с аварийным запасом. Большой укомплектованный рюкзак, начиная от оружия, продовольствия. Там установлен маяк, какие-то средства связи могут быть. Все необходимое для того, чтобы добывать себе там пищу, делать себе какие-то, не знаю, там схроны. Но когда до земли остается всего километр, боевики открывают по пилотам огонь. К возможному месту приземления торопятся вооруженные люди, которые позже представятся как туркоманская боевая бригада. Офицер российского спецподразделения Алексей Филатов это видео уже не раз посмотрел. Говорит, в сложившейся ситуации летчики должны избавиться от маячков. Своим это, конечно, затруднит поиск, но и чужих со следа собьет. У этих банд формирования есть такая техника, которая также может, в общем-то, запеленговать сигнал нашего пилота. Здесь Женевские конвенции, конечно же, не работают. Для вот этих партизан большего врага, чем летчик, просто нет. Спецназовец не может нанести такого урона живой силе противника, как умелый летчик. Ищут летчиков из воздуха. Над районом баражируют российские вертолеты, направленные с авиабазы Хмеймим. В них летят пулеметные очереди. Получив серьезные повреждения, одна вертушка садится. Поисковая группа покидает борт. При отходе убит морской пехотинец Александр Пазинич. Свои действия боевики снимают на несколько камер. На эту, как заряжают противотанковый гранатомет. Другая уже нацелена на вертолет. Несколько часов о судьбе экипажа Су-24 ничего не известно, пока в интернете не появилась эта запись. Тело командира российского бомбардировщика Олега Пешкова боевики готовы обменять на свободу своих соратников, заключенных в тюрьмы. Об этом в импровизированном интервью заявил вот этот человек. Он назвался командиром 10-й туркоманской бригады. В руках держит рычаг катапульты. Русские бомбили нашу землю, где живем мы, сирийские туркоманы. Поэтому мы стреляли в них, когда они спасались на парашютах. Они оба погибли еще в воздухе. Скоро сюда привезут второе тело. Позже выяснилось, штурман Константин Мурахтин жив. Ночью по аварийной радиостанции он вышел на связь, обозначил свои координаты и через пару часов был на авиабазе. Насочинял этот сирийский туркоман и про себя. На самом деле он сын бывшего мэра турецкого города Кибан. Его имя Альпаслан Чилик. Он чистейшей воды турк, гражданин Турции. Турки пытаются представить дело так, что именно сирийские туркманы выступают против существующего режима, хотя при этом, конечно, все командные посты, все основные положения, оружие поступает из Турции, их вооружает Турция. То есть это, по сути дела, турецкие профессиональные наемники. На своей страничке в Твиттере Чилик выкладывает фото. Вот он совершает намаз, а здесь с товарищами по оружию. А это уже на съезде. Все делегаты показывают жест, похожий на козу рогатую. На самом деле это серый волк.
Группировка «Баскурт» или «Серые волки» образовалась в Турции в конце 60-х. Во имя Аллаха бороться с коммунизмом и капитализмом. Это цитата из клятвы. Главный метод – террор на счету тысячи жизней. Самой громкой акцией стало покушение на Папу Римского. 13 мая 1981 года, площадь Святого Петра, Рим, 5:17 вечера. Папу Иоанна Павла II медленно везут сквозь восторженную толпу. Внезапно по всему огромному пространству разносится эхо выстрелов. В Турции после этого серых волков запретили, но в 90-е сняли табу. Засветились они и в Чечне. Символика баскурта вдохновила Дудаева. И на флаге и гербе Ичкерии появился волк. Сегодня воюют в Сирии, в основном на севере страны, в районе, граничащем с Турцией. Сколачивают туркоманские бригады. Под ружьем 12 тысяч человек. Для справки. Туркоманы. Тюркский народ. Говорят на анатолийском диалекте турецкого языка. Сунниты. На территории современной Сирии живут с 11 века. Согласно последней сирийской переписи, общая численность 150 тысяч человек. По данным Турции, их больше 3 миллионов. Впрочем, воюют туркоманы не только в составе своих бригад. Против Башара Асада дружат с террористической группировкой «Джебхат ан-Нусрой» и свободной сирийской армии. Там есть разные группировки. Эти названия многочисленные, они ничего не дают. Но их объединяет единая идеология, единая платформа. Националистическая ориентация на Турцию и фактически ориентация на фрагментацию Сирии и через борьбу Асадом. Из Турции и задания получают. Штурман сбитого российского бомбардировщика уверен, боевики в нужное время и в правильном месте ждали их на земле. За погибшего командира военный летчик Мурахтин обещает вернуть должок. Ирина Кузьминская, Даниил Гончаров, Сергей Палько и Александр Терзинов. Программа «Вместе».